Минутка занимательной электроники. Трансакустика своими руками, без регистрации и СМС. Берем модуль усилителя на 5 Вт и специальный процессор для гитары, который вставляется сразу в гнездо. Запитываем усилитель от внутреннего аккумулятора процессора. Далее собираем это все в цепь, пьезозвукосниматель от акустики, процессор, усилитель и маленький динамик на 5 Вт. В итоге на борту мы имеем процессор эффектов с 10 пресетами, тюнер и просто усилитель с поддержкой Bluetooth. Да, можно, чтобы барабаны прямо с гитары играли.